Он только
Сейчас покажу. Первое, что нужно сделать. Чувствуете, что он вас берет, да? Прижать. Значит, надо сразу раз, прижать его. Миша, выходи. Дальше. Вот, что нужно сделать? Вот здесь Миша находится. Первым делом, что я разворачиваюсь и прижимаю. Прижал. Дальше. За счет полумоста я вот руками сюда его должен. Чем я сильнее туда его брошу, тем он сильнее пойдет на меня. Раз. И даже я не умею делать мост. И вообще, то есть с мостом проблем. Я даже на мост не люблю становиться. Раз. И сюда, не через живот, а через... Оп. Переворачиваем. И переходим отсюда на удержание. Любой прием должен заканчиваться контрприемом. И переходим на удержание. Раз. Я его взял. Теперь Мишка не лежит вот так, а ручки собраны. То есть, вот самое, если руку эту захватили, Миша здесь руку захватил, хорошо. Очень тяжело ходить. Поэтому рука должна быть сюда чуть. Раз, оп, сюда. Далее. Хоп, для чего качать нужно? Плечи. Садись, Миша, садись. Для чего качать? А чтобы вот это движение, как дать ему. Раз. Пим туда. То есть если он вообще туда отскочил, тогда руку вытащил лучше из-за живота. И сюда пришел. Вот Мишка держит. Еще раз. В партере, если вы поставили ноги сюда, уже очень плохо. То есть раз. Ножку вперед. Вот так. Вот. Значит что? Я его захватил. Захватил. Вот сюда его нужно. Толкать. Сюда. Потом, видите, переверну. Вот для того, чтобы мне что-то сделать, вот эту нижнюю руку я убираю. Теперь посмотрите, видите, я головой его держу. Головой держу руку, теперь он уже не уйдет. Потому что если вы подняли, он раз и убежал. Отсюда и переходите на... Держи с этой стороны. С этой стороны. Вот. Взял. Все. Вот туда. Видите, держите. Раз, оп. Два. Руку убрал. Вот. Головой держу и перехожу на... Так. Поэтому если шея слабая, плечи слабые, руки слабые, то, конечно, тяжело ходить. Но вы сейчас помогаете друг другу. Кто физически не силен, друг другу помогает. Так. Все. Вперед. Пошли. Я перевернул через борцовский мост. Перешел в удержание. Потом второй номер. Я вас буду менять. Саша, повернись, Саша, раскрепили. Животом его ударь. Ударь в спину, животом, руками вверх. Вот, и двинется.
Еще раз. Вот все.
вчера боролся гудок с чезером и бугурян. Вот они раз залезают, все, он их убивает. Еще раз посмотрите, взял за руку, руку здесь, вот, оп, движение, тишина, оп, вот. Не сюда, а сюда. И не сюда. Если ты сюда поставил, во-первых, тебе тяжело кинуть, во-вторых, он на голову падает. Вот, ноги шли. Значит, как можно бросать? Взяли за руки, вот движение. Раз, два, оп, подвернули сюда. По шее. Вы аккуратно бросайте. Thank you.
я вот сейчас получу зарплату, мне отдадут долги, поставлю вариант. Вот такие дети делают, бросок. Если вы чувствуете.
абсолютно другая. Давай. Да, ты правильно. Когда заходит похуй, ты должен подойти к нему. Вот, поставил на руки и не давай раз ручку. Он встал, он пишет, уже правильно. Вот стоишь, раз, все. А так, если руку, то что сделать? Просто вот это не все, пумка. Снизу белки. Так.
Ваша задача – борьба с умом. Упадешь и упадешь. А, да, поставьте красный мат. Каждый ставит, каждая группа ставит себе красный мат. Хай, да, Макс. Сюда, потому что там ребята упадут на тебя. Так, маты, смотрим внимательно. Молодежь, борьба с умом подразумевает...